Наш дорогой Леонид Ильич приезжает в гости к Рейгану. Ну, тут накрыл поляну такую. Нормально такой. Брежнев ходит, ходил, смотрел такой. Посмотрел. Как Степан Иванович как раз, хозяйским взглядом, когда пришла, я заметил, да? И такой спрашивает у Рейгана: «Дорогой, а ты вот мне скажи, на какие это шиши?» Тот: «А вот, говорит, иди сюда, Леонид Ильич». Открывает окно: «Видишь реку?» Тот: «Вижу». «Видишь мост через реку?» «Вижу». «Вот на 20 сантиметров уже сделали, на сэкономленное бабло, пожалуйста, банкетик». «Грамотно». Проходит полгода, приглашает Брежнев Рейгана к себе. Приезжает Рейган. Леонид Ильич накрыл такую поляну, у Рейгана шухлядка отпала. Он 10 минут ходил, смотрел. Ну, перечислять там все. И он спрашивает: «Леня, на какие шиши-то? Вот это вот вообще я не понимаю. Такие блюда, там все, которые в мире есть, все здесь. Как?» «Иди сюда, дорогой». Открывает окно. «Видишь реку?» Тот: «Вижу». «Видишь мост через реку?» Тот смотрел, говорит: «Блядь, не вижу ли я?» «Вот на эти шиши, банкеты».